Всем привет, друзья. Какое тут движение нормальное сегодня. Да, москвич шикарный. Ретро-движуха в Киеве. На выставку колонна будет ехать чуть позже. Ха-ха-ха, вон. Да, я тут нормально вписался. На желтом. У меня получше состояние ушастого. А Волга еще, смотрите, есть какая. 3102. Такой у меня был москвич. Оранжевое небо его звали. А вот такой тоже у меня был. Даже два. Один я купил как донора. Вот какая 24-ка. Шикардос просто. Одного купил я как донора. Боливар звали его. С 12-м мотором. А первый мой автомобиль 8, 400, такой же вот с 408-м мотором был. АЗЛ-ковский. Квадратными фарами, а донор был вот точно такой. Лебедочка механическая. Это с нашей темы машина. Масло есть, видно сразу. 69-й, с которого скопировали 51-й, 63-й газон. Вылетело из головы название. Канистры есть. 69-й уже. Чуть-чуть не оригинал, но пойдет. Копеечка. Опять москвич. В ретро-москвичи популярнее всех, да? А вон и Виллис. Да, желток бы тут вписался нормально. Да, тут Виллис четкий. И шины. И оружие, сидушечки, все родное. А вот сиденье, не знаю, оригинал, наверное. Руль шикарный. Это тоже ретро. Субару ретро. Да, есть на что посмотреть. Субару. Ярко. Да. 126-й. Купе. Блин. Куда-то делегация. Такой колоритный владелец ретрокара. Просто глаза разбегаются. Фордец. Седьмой, да, у деда такой был, у меня есть фотография с таким москвичом. 402 написано. У него третий был. Красавчик. Что-то в
все чехлы одевают, видно. БЦ-20, классика жанра. Памятник основателям Киева. Это все вот здесь происходит, где молодожены обычно фотографируются. Ну, то не оригинал, наверное. Хотя не знаю. Побед. ЗИМ. Сейчас дойдем до него. Американский автопром, Шевроле. Видел я такую, была в продаже, причем за какие-то вменяемые деньги еще. Где-то пару лет назад, может меньше даже я видел. Вот именно такой. Ну и вот, смотрите, аппарат. Аппарат. Может и оригинал так. Сделано все. ЗИМ нереальный. А вон аппарат какой подъехал. Да, есть тут на что посмотреть сегодня. Что-то серьезное. Дрек работает. Да, красиво выглядит. Люди одеты в ретро-стиле. Да, ЗИМ крутой, просто нереальный. Вот мечта. Ух, какие разварки. Какой размер резины, ребята? 205 ширина. 205? 13-й? Да. А где же вы их нашли? Я даже не знаю. Это просто чудо. Я понял. Так, 205 шины на 13. Ну, это арочки выкатаны. А мотор запорожский? Да, родное. Все родное? Да не, ну щиток приборов не двоюродный, наверное. Не, ну щиток да. В тюнинге. Так, А67. А67. Бля, я здесь до цела первый. Я летаю сам. Что тут за шины? 6,5, 16 ЛТ. Полуторка. Нет, это Форд. Как рессоры стоят. Да, интересно, и много техники. Да, рессора. Интересный вариант. Кабину зараз Америки цілком показує, прям палець. Це все, от радіатор американський, можна сказати. Крила, це все можна, а якщо б була задня тележка, це просто. А гума? А гума, от дивіться. Ця гума оригінал, от подивіться чорно-білі фотографії, один в один. Просто їх до 90-го року ставили на пушки. Просто пушечна резина всередині мала гусматики, щоб не прострілювати. Але ми вже стаємо. Гума ставили з дрібними квадратами. Ви тяжело не було гусматики, але то на ній не поїдеш, то не бачиш. А який об'єм двигателя? Об'єм 3,3. 3,3? Рядна шестерка? Ні, тут це є копія фордовська. А, копія? Генрі Форд продав у 32-му році лінію, весь конвейер цих машин. В Америці ця машина випускалася 2 роки, а в нас так розійшлися, що випускали аж 20 років. Це полуторка? Так. Це костюм. Що ж я костюм не правив? Да, ну а костюм було. Та ми вже там із ним. Пробег.
Ковальчук тоже в шикарном виде. Есть там видео на канале с жуком. Просто я встретил. На дороге. Жесткая. Такое К-750 или 650, наверное, еще. Так, сейчас мы с той стороны пропустили. Форд. Что за машина, кто знает. Что-то японское, не знаю. Правый руль. Марк 2. И не знаю, Марк 2. Это бомба просто. 240-й, 115-й кузов. Вот это ровер. Да просто ровер. А, Land Rover, да, он есть дальше. Сейчас покажу. Это просто ровер, наверное. 115-й. Это ровер, да. Просто в нереальном виде. Ашка. Просто новая. Ну как аппарат? Огонь? Да. Какого года? Не знаю. Не знаешь? Нижние педали, все в оригинале. С октябрятской звездочкой. Да. Похожая у меня машина. Не в таком только виде, но тоже в неплохом. Просто такую жалко в оффроуд. Номера портят. Так, и вот. И вот Defender. Смотрите, сколько тут места. Просто квартира на колесах. Какие ручки. Да. В Танзании таких много, кстати. Land Rover. Не, ну с 69-м они в паре рядом, просто зрелище. А чей это, не знаете? Ваш? И как он? Как запорожец. Сверху только. В смысле? Нет, оригинал? Почти, тормоза, да? Тормоза не оригинал. Диски тоже, да? Ну да. А мотор? Родной. 22? Нет, силы 30. 30. Ну, как он там, тоже не совсем родной, но... Двоюродный, в общем. Да, да, да. Тридцатка, в общем, уже чистая тридцатка. Ну, как на ушастых, да? Да, именно от ушастого. Мы это его еще при Союзе меняли на станции, даже бумагу в придачу отдали. Да? Да. Ну, модернизировано, естественно. Ну да, в родном сложно, да? Ну, не то, что сложно, но там много просто болячек. Да, как люди на них ездили. Далеко. Как... Я прошлым летом в Одессу на нем сгонял. Ну долго просто. Ну долго, да. Да, максималка. 70. Да, 70 в основном. У меня ушастый есть. Ну 70, да. Уже больше. На тридцатке, да? Да, да, на тридцатке. Уже коробка такая, там уже когда начинаешь. Коробка ж первая на себя. Нет, ну то у вас просто кулиса стоит для сороковки, а мотор тридцатка, поэтому такая беда. Там есть два типа кулис. Ну, я понял. То есть можно правильно поменять кулисы? Да, они взаимозаменяемые, да, и будет все как положено. Просто на заводе не морочили, что было по остатку, то и пихали. А, то есть, короче, и так шло, да? Да, да. Я тоже когда-то катался на таком, на перевернутой этой кулисе. Так что на моторную маслофильтр там переделал полностью систему смазки.
но все равно это, ну, как бы уже лучше, давление постоянно есть. Никаких давление, проблем. Конечно, у меня. Нет, давление я уже 10-60 залил. Я только на нем и езжу все да? время. Да? Конечно, Хадовская лью, вообще проблем никаких. Нормально. У меня вот недавно в начале лета лопнул коленвал. Было обидно, разобрал, все в идеале. Там проехал 50, почти под 60 проехал. Вообще ноль, нигде никаких износов, просто 60 лопнул. 60 тысяч? Да, просто лопнул коленвал. Просто, ну, взял. Там у них говорят, что это слабое место, да? Да, он трехопорный просто, ну такая конструкция. А в сороковке тоже трехопорный? Кажется, да. Да, да, там такой же, в принципе, тип, только все чуть крупнее. Чуть больше. Ладно, спасибо. Так, что тут, тройка у деда была, вот такая тройка, 75-го года, 70, где-то 5 тысяч они проехали, ну, какой-то известный человек в красном стоит, только бежевая была, помню я троечку. Да, это сопровождение. Где-то я вас видел, мужчина. О! Привет. Передай, вот кого не ожидал. Передай подписчикам увидеть. Привет. Да. Подписчики, привет. Привет. Я вас тоже подписчик. Спасибо. У нас не оффроуд сегодня. Оффроуд тоже будет, спокойно. Так что давай. Виллиса не хватает. Проедешься и не скучно. Будем тебя там ждать. Не, я же на выставке буду стоять. А, ты на выставке? Я на выставке, самое что-то интересное. Ну я ладно, машину оставляй на выставке, а сам приезжай. Да. Я ж для чего резину одел, Ивку. А, я понял, оригинал? Да, чтобы оно было вот точно как оригинал. Колонки накрой только. Такое впечатление. Ну, музыка должна быть. Машину устал, колонки сами снимут, блин. Колонки должна быть. 116-й, а вот смотрите какой, на разварках. Да ну, это вообще. А? Да, да. Вот такое ретро. Настоящее. Волга. Лоурайдерская. Так, еще ушастый. В очень ярком состоянии. Вот такой у Высоцкого был. 116 цвет, только другой. 2,8. Шины немножко какие-то маленькие только. Вот ушастый. В тюнинге уже в таком достаточно глубоком. В глубоком, что снаружи. Гольфец красивый. Вылизанный весь. Первый. Такой красивый, я подумал, что второй сначала. Так, двоечка. Так, ну этот мы видели, когда заезжал. У нас в лучшем состоянии желток. Шестерочка. После тройки у деда была шестерка, субарик, 24-ка, зелененькая, красивый цвет. Вите понравилось, я думаю, в оригинале. Очень ярко выглядит. Вон 115-й еще. Пятнадцатый, 126, эмочка, ух, каком она тюнинге модном вообще, жалко, хозяина не видно, где-то ушел смотреть, Вольф 2, не видели мы, не стоял здесь. Автомат красивый. Так, что тут добавилось еще? Топокарт, наверное, какой-то, судя. Я так
в ретро не сильно. А как машина называется? De Soto. А? De Soto. Какого года? 39. 39? Хорошо. А какой мотор? Что? Объем двигателя. 3,8. Можно вас 3,8. 3,8. Да, у меня даже американская водичка. А вот приехал, тоже мы не видели. 69-й. В шикарном виде, с прицепом. Это Rolls-Royce. Это Rolls-Royce. А какого он года? 84-го. 84-й. А большой объем? 7. 7? И как он? Как новый, да? Как новый. Как новый. Не, 8 цилиндров? Да. 8. Давайте ты нарядишься, побрей. Да, Ройс. Нереальный. Гранд Чероки нас чуть не попадает. По годам немножко рано приехали мы. Еще чуть-чуть, да? Волга. Так, Волга. Ух, какая тонировка модная. Копеечка. У деда, кстати, была тоже копейка. Одна из первых. Серого цвета. Ну, конечно. Багажник. Клюшка. 123 боевой. Opel значок, да? Что это такое? Не Opel. Я плохо вижу. Да, нормальный аппарат. Значки Opel на дисках и на руле. Красивый аппарат. А вот Волга какая. Ну это четкая. Тройка вот точно такая у деда была, даже цвет такой. 3241 Kia были номера. Есть у меня фотографии с такой. Даже флиппера такие были, и колпаки такие были. Салон уже не помню, был бежевый или... Наверное, да, такой был и салон, чехлы были одеты. Дед зимой не ездил, кстати. Да, как в детстве. И надпись «Жигули» такая же, 1,5 она. Один в один. О, «Шевроле» какая. Блин, огромная просто, длинная. Колеса большие. Черниговские номера. Очень красивая машина. Светлая. Смотрится шикарней. Тоже классно. Да, салон у всех одинаковый, наверное, был. 244-я Volvo. Красивая. Да. Volvo. Ого. Что это за машина? Opel. Opel? Какого года? 35-го. А мотор? Уже родной в гараже лежит на полочке. Да, есть? Конечно. А сейчас от чего? От Форда. А салон, ну, типа... Это перетягивалось. Ну, я имею в виду, компоновка сохранена, да, или? Нет. Нет тоже? Да. Привет. А какого года? 35-го. 35-й. Так, 123-й здесь тоже есть.
А вот и BMW, друзья. Вот и BMW. Вот и BMW. Вот это крутяк. Фантастика. Да. Щиток приборов что-то мне напоминает. Очень. Ну, такая. Багажник, да, эти. Да не, это уже, наверное, наш тюнинг. Ну, тут кировоградские номера. В Кировограде, короче, ретро сосредоточено все. Вон такой поехал. Вон поехал, смотрите, какой аппарат. Я его видел где-то, уже не помню где. Т2. 24-ка. Тоже космос, советское время. Бьюик. А вот и какая-то знакомая машина. Привет. Говорю, какая-то знакомая машина. Онлайн идет. Что-то вы далеко, я вам там место занял. Поедем, может? Да, ну так. На дорому и это. И поедем. Там пару Виллисов. Не, один. Один, кажется. 123. 123. Эмочка, да. Ну, работает красиво. А вот и Волга. Ребенок на мою конструкцию смотрит. Двойка, смотрите, какая. Просто новая. Красиво. Так, вот какой-то красноармеец идет. Очень серьезный. А где ваш автомат? Нету, я мирный. Поедем? Да? Я вам место там занял. Можем переставить туда, ближе. Не хотите? Неудобно вроде же как-то. А я спрыгну, а вы станете. Да, хорошо. Тогда садитесь, поехали. О! Я тут уже привык. Нормальный. А, это пытать немцев, да, или что? Это немцев пытать. Немецкая. Там под сидушкой есть тарелка. Так, запуск идет. Завелась. Работает. Вот это стартер очень надежный, я знаю. Тут ни бендикс не проскакивает, ничего, нет. Да? Да, еще можно полметра. Вот это лянча. Какой-то движ нереальный. Копеечка. Горбатый. Еще один горбатый. Мы там в 7 утра заняли место, держим. Ну наша. Вы по бровке проедете, если что. Да, да. Вот он, Виллис. На той неделе был в оффроуде. А теперь в ретро. Вон где полиция, вот перед ней. Да, там он гранчероки стоит, видно отсюда его. Заняли для Виллиса. Ну, бренд одинаковый, в принципе. Замена допустима. Люди в шоке, тут пробка организовалась. Вон Грант стоит перед двойкой. Тоже эти, да, не родные, вот я смотрю. Ну, ближе, да. Ну, намного ближе. Одна только резина. А задняя сидушка? Такая? Да, да. Такая точно, да? Это намного больше. Здравствуйте. Здравствуйте. Это его, да, очень похоже.
Форма. Ребята молодцы, экипировка. А тут, тут снимают, мы мешаем. Практически, практически так. А педали? Подделка? Не-не, да, да, да. Ну, в общем, тут выше крыши. Не, ну в общем, да. Ну тут оригинал, оригинал, да? Да, это его оригинал. Ну педали оригинал на том Виллисе, да? Рома? Ну я недалеко на, к нему. На твоем педали оригинал. Я очень далеко к нему. Педали на твоем оригинал? Да. Педали. Такое их не видно, можно ногами закрыть. Да? 69-й мотор. Да, это штатный его пулемет крупнокалиберный, да? Бил над головами. Вот и, этот? Да, штатный, да. А и, тот? Вот этот иногда ставили. Тоже? Да, 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 да. Вот это постоянно стояло, вот это. Это в войну так было? Да. Ого, так они шарашили, мама, не горюй, наверное. Они могли влететь 10 Виллисов в расположение немцев на 100 километров и ночью. И расхерачить, да? Было такое, да? А вот это, чтобы немцы натягивали проволоку, чтобы было не срезать водителям. Вот да? Специально, да, да. Ого, тут такие факты мы узнаем. А, тут... Вот заточка как раз. Много ли головы решилось? Проволоку да, специально. Ё-моё. Воевали стеклом сложенным, и много людей лишили головы. Угу. Да. Маскировку хотел самолетную. Человек увидел онлайн и приехал. Подписчик. Только что шел. Фары тут уже. Тоже. А фары тоже, да? Как? По-моему, корпуса... Нет, по-моему... Не. Корпуса родные. У меня трактор. Автомат. Или это... Да, стен. Не могу. Не... Настоящий, да? Нет, это страйкбольный. Некомпетентный. Ну... Вот такой пару. Внешне? Штук, именно с глушителем. Вот такой, да? Да, да, именно с глушителем, с этой штукой, потому что нагревался. Не понял. Я по оружию. Был самый дешевый англичан, потому что делали из труб. И магазин подходил от МП-40 от немецких. Один и тот же патрон. Обалдеть. То есть можно было брать. Трофейный вперед. Да, вот. Теми же патронами, только другое место. Магазин настоящий? Нет, тоже стокгольмный. А. Ну, все, форма. То есть... Один в один, да? Класс. Это Шевроле? Да? Да, их дали 50 тысяч. А с таким капотом еще ж были эти похожие? Студебекер. Студебекер. У него три оси. Это Шевролет, у него две оси, полный привод. А рядом? А рядом Dodge 3 четверти. Dodge 3 четверти? Да, 3 четверти, это 3 четверти тонны грузоподъемность. 3 четверти тонны, да, 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 750 это килограмм, да? Да, это санитарный. Санитарный, вижу, да. Рядная шестерка. Шевролетов дали 50 тысяч. 50 тысяч? Да, Виллисов 52, Шевролетов, Студебекеров 110 тысяч дали Студебекеров. Ого, ага. Такая поддержка была, мама, не горюй, на самом да, деле. Да, Катюша стояла на Студебекере. Говорят, сложновато бы нам было, если бы не американцы. Очень, очень тяжело. Катюша, если не ошибаюсь, и на Шевролет ставили. Ого. Ребята, а где вы такие диски взяли? Привозили из Германии. Из Германии, да? А что, 4,98 разболтов? 4,100. 4,100, да? Переднюю делаю. Уставки делаю. Сейчас покажу вам диски, это шок. Вообще. Поехали дальше. Смотрите сюжеты наши. В Ютубе есть раздел. Всем спасибо, подписывайтесь. Оффроуд будет вечером и днем. До встречи. Всем пока, спасибо. Ну, это вообще шок просто. Десотто, да. Десотто. 3,8. Это гангстеры на таких ездили, да? Да. А вот и наш грант. Полетели дальше.